Здравствуйте, уважаемые подписчики главного патриотического канала страны, очерки неугомонного Павла, а также веб-зрители. Этот ролик посвящен селу Сарат Лукьяновского казачьего сельского поселения Одесского муниципального района Омской области. Смотрим ролик до конца, подписываемся на наш канал, ставим лайки. Приятного просмотра! Здравствуйте! Сегодня мы в гостях в деревне Сарат, получается, Лукьяновского казачьего сельского поселения Одесского муниципального района Омской области. Вот, и интервью согласился нам дать, а представьте, пожалуйста. Белодет Андрей Васильевич. Андрей Васильевич. Андрей Васильевич, расскажите, пожалуйста, про эту деревню, что вы знаете, в каком году она основана? Ну, она основана больше 100 лет. Казахское, наполовину казахское, наполовину русское поселение. Живем мирно. Слава Богу. Да, ну, я больше и сильно ничего не могу понятно сказать про эту деревню. Какие-то легенды от стариков, сказания, притчи? Не знаю, не могу сказать ничего. Я знаю, что Сарат — это переводится с казахского «белый конь». Рыжий. А то, что какая она, как бы, ну, живу не так давно здесь, может, лет 20. Понятно. А сколько населения здесь? Человек 200? Да, больше 100 дворов. Больше 100 дворов, понятно. Ну, мы проехали, посмотрели чисто, аккуратненько, заборы все такие ровненькие. Нам, в принципе, понравилось. Потому что деревня стоит на дороге, она будет жить. Есть газ, есть вода. Вода хорошая? Практически в каждом доме, да, РТшная вода бежит. Угу. Практически в каждом доме есть туалет, газовое отопление. Понятно. Должен быть асфальт на следующий год. Понятно. И еще у нас, когда мы берем интервью жителей населенных пунктов, какие-то проблемы высказывают, а мы потом передаем администрации. Если вы хотите, можете какую-то проблему... У нас одна проблема – дорога. Одна проблема – дорога, понятно. Больше никаких проблем в этой деревне нет. Ну, вы говорите, что на будущий год ее запланировали. Ну, вроде как обещают. Нам уже 5 лет ее обещают. Понятно. Но вроде как на следующий год 100% должна быть деревня. Ну, одного года можно подождать. Хотелось бы, да. И все. У нас только весна, осень. Вот мы не можем ни зайти, ни проехать. А в остальном у нас все устраивает. Прекрасная деревня. Лучше, чем, допустим, какая-то дача в пригороде. Да-да. Далеко, хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое за интервью.
Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел этот ролик до конца. Подписываемся на главный патриотический канал страны «Очерки неугомонного Павла». Призываем подписаться сестер и братьев. А также делаем посильную финансовую помощь по ссылке снизу. До новых встреч! Будьте здоровы!